все мои родные, ребятишки озорные, новогоднюю порою я на праздник вам спешу. Смех и радость и подарки всем сегодня подарю. Как живете? Все здоровы? Новый год встречать готовы? Молодцы! Ребята, рассаживайтесь поудобнее. Сейчас мы с вами отправимся на новогоднюю поляну, где нас с вами ждет елка и интересный праздничный концерт. Дедушка Мороз, у нас случилась большая беда. Что такое? Что случилось? Все дороги, которые ведут на новогоднюю поляну, одела ночной мглой повелительница тьмы. Теперь ребята могут остаться без праздника и новогодней елки. Ай-яй-яй, это действительно большая беда. Что же мы теперь будем делать? Дедушка, я, кажется, придумала. Давай пригласим наших давних друзей. Старика Хоттабыча, мальчика с пальчика, Белоснежку и семь гномов. Нет-нет, дорогая внученька, в этом деле наши добрые сказочные герои нам не помогут. А кто тогда нам поможет? Снегурочка, а ты посмотри в зал. Видишь, сколько замечательных ребят здесь собралось? Вот они нам и помогут. Дедушка, ведь это же очень хорошо. Какие они все красивые. Среди них есть, наверное, и сильные, и смелые, и ловкие, и добрые, и справедливые. Дедушка, а они точно захотят нам помочь? А мы сейчас у них спросим. Ребята, вы хотите нам помочь? Вам придется пройти через большие испытания, преодолеть множество преград, отличить правду от лжи. Готовы ли вы к этому? Вам придется очень многое преодолеть и остаться такими же добрыми и справедливыми, какими вы войдете в сказку. Сможете, ребята? А ну-ка, поднимите руки! Кто хочет помочь? Да, внученька, у нас столько помощников, что я даже не знаю, кого выбрать. Дедушка, а вон, посмотри! Тянут руки двое ребят, мальчик и девочка. Давай их пригласим. Они первые подняли руки. Ну что же, внученька, я согласен. Ребята, поднимайтесь к нам сюда. Дороги строят.
кружась в этой дивной красоте, чтобы тот, кто вам не нужен, заблудился в темноте. Притворишься добрячком, выведаешь у них все их тайны
И когда они очень устанут и уснут, каждому нальешь на сердце моей заколдованной водицы. Пусть их души станут такими же черными, как ночь. А если я не справлюсь, о моя наичернейшая? Тебе помогут, ты будешь не один. А теперь вперед, не трать время даром. Хозяйка этих мест.
боишься. Чего я не боюсь? Просто эхо красивое. Да какой тут эхо? Придумаешь что? Лучше бы я с мальчишкой пошел. Вы все смелые. Смелые, но глупые. А я, между прочим, и не навязывался к тебе. Можем идти по отдельности, если ты такая умная. Ладно, давай не ссориться. Нам нужно быть вместе. А иначе мы никогда не найдем дорогу к новогодней елке. Да куда мне глупо? А что это ты набрала в рюкзаке? А это вещи, которые нам пригодятся в дороге. А вдруг все это нам с тобой понадобится? Рубашки, носки, зимняя шапка, книжки. Все, ухожу один. А ты, если хочешь, можешь взять с собой пару кукол и валенки. Антоша, но мы же в лес идем. Но ведь он же сказочный. Там совсем не холодно. А так только. Слушайте меня внимательно.
повелительница тьмы очень боится. Кто найдет пути, дорожки через топ, через май? Кто поможет каждой мошке, добрый дедушка Шишка?
чем терпеть. Вот это у меня есть водица. Правда, она немножко неприятная на вкус, но зато человек становится злым. Ой, что это я говорю? Добрым и сильным. Тошка, не бей, говорю. Посмотри, там плавают змеи. Но я больше не могу. Я очень хочу пить. Потерпи еще немножечко. Чаще забредете, и дорога пропадет. Вы всегда друзей найдете.
вашего совета. Тогда вот вам светлячок, проводничок, мохнатая грудка, светлый банчок.
скажу вам дорогу. Наша сказка закончилась, но...